Вот когда идешь по такой колонне и видишь этих наших защитников, которые отстаивают и защищают нашу родину от всемирного, можно сказать, зла, и понимаешь, что наша жизнь в руках этих людей. И, конечно же, желаешь этим людям, чтобы они были живы, здоровы, чтобы Господь их хранил, Христос. Я только сейчас увидел, как люди с жадностью хватали флаги Спаса и говорили: дайте нам, пожалуйста. Но слава Богу, нам всем хватило их раздать. Благодарим Андрея Афанасьева за то, что он содействует нам в этом. Его люди, которые ему помогают. Дай Бог им здоровья. Потому что со Христом мы победим. Без Христа мы никогда не победим. Только с верой, надеждой, любовью. Слава Богу за его милость. И, Господи, дай нам выдержать все эти испытания и принести победу и в этой жизни, и в будущей жизни, во веки веков. Слава Богу!